Армысыздар, құрметті көрермендер, эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Сегодня в выпуске. 13 подпольных казино было выявлено финансовой полицией за 6 месяцев текущего года. Полицейские разыскивают темиртауского школьника, сбежавшего из дома. В Темиртау водитель запорожца сбил ребенка на детской площадке. Каким должно быть наше общество в условиях глобальной нестабильности, в условиях нового века, чтобы устоять перед кризисными ветрами? А точнее, 20 шагов к обществу всеобщего труда, дающие конкретные ответы на данные вопросы. Очередной телемост главы государства с населением, проходивший в Астане, рассматривал проблемы всех сфер жизни казахстанцев. До конца нынешнего года разработать и внести комплексные предложения по повышению эффективности системы государственного управления социальными процессами, включая вопросы планирования, координации, аналитического сопровождения, партнерства с неправительственным сектором. Таков был ряд основных задач президента страны Нурсултана Абишевича. Как отметил президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич, для успеха модернизации очень важно, чтобы каждый гражданин был полезен своему отечеству. Модернизация нужна всем казахстанцам. Только при таком понимании может быть достигнут широкий общественный консенсус и успех. Я считаю, что каждый человек должен трудиться, и в нашей стране создается множество перспектив для трудоустройства граждан. Почему? Потому что только труд может привести к высоким достижениям каждого казахстанца. А также 2012 года будет изучен вопрос законодателя регламентации гражданской службы. До 1 июля 2013 года будет разработан проект общенационального плана социальной модернизации на период до 2016 года. На перспективу в 21 веке только труд может обеспечить всем казахстанцам благосостояние и достижение нового качества жизни. Жазира Абдраимова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Тринадцать подпольных казино было выявлено финансовой полицией за 6 месяцев текущего года. Об этом рассказали в Департаменте по борьбе с экономической и коррупционной преступностью области. В начале января этого года в Департамент финансовой полиции поступила оперативная информация по факту незаконной деятельности игрового салона, расположенного по улице Новоселов. Подпольный игорный бизнес процветал в административном здании автокомплекса по указанному адресу. При этом в налоговых органах он числился как игровой салон без выигрышей. Двери данного заведения были открыты лишь постоянным и проверенным клиентам. В ходе проверки были обнаружены и изъяты 20 игровых аппаратов, одна электронная рулетка и деньги. Приговором суда района Казбек и города Караганды хозяин данного заведения Колесняк Олег признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 269 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, условно с испытательным сроком на год, с конфискацией игровых автоматов доход государства. Аналогичное наказание назначено другому гражданину, который организовал подпольный игорный бизнес в административном здании бизнес-центра «Махабад» в Темиртау. Вход в заведение был также строго ограничен. В ходе проверки обнаружены и изъяты 40 игровых автоматов, одна электронная рулетка и денежные средства. О масштабных размерах полученных доходов от незаконной деятельности игрового салона свидетельствуют документы, подтверждающие оплату аренды помещений. Напомним, что закон об игорном бизнесе вступил в силу 1 апреля 2007 года. С указанной даты казино и залы игровых автоматов запрещены повсеместно, кроме как в специально отведенных местах. Это Щучинский район Акмолинской области, а также правое побережье Капчагайского водохранилища. Согласно документу, в регионах республики из игорных заведений разрешены лишь букмекерские конторы и тотализаторы. Хотелось бы обратиться к жителям нашего региона. Департамент по борьбе с экономической и коррупционной преступностью просит сообщать о всех фактах незаконной деятельности казино и салона игровых автоматов с выдачей денежных выигрышей по телефону доверия 41-26-77. Конфиденциальность гарантируем. Ирина Камышова, Баужан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. 2 месяца назад мы показывали сюжет о том, что в 1996 году областной департамент миграции выдал прибывшему из Монголии старику Мизану, его сыну и 3 дочерям 3-комнатную квартиру в районе Голубых прудов. В 2002 году законные квадратные метры у хозяев отобрали. На сегодняшний момент пенсионер Мизан до сих пор добиться справедливости от вышестоящих инстанций так и не смог.
Старик Мизан живет в доме своего зятя. Прошло уже около 10 лет, как у пенсионера отобрали его собственную квартиру. Вся эта неприятная история началась именно с этого. Последним визитом Мизана в прокуратуру был 5 дней назад. Однако и тогда ему ответили, что дело возбуждать они отказываются, рассказывает пенсионер. Когда я к ним ходил, они сказали, что они отказываются возбуждать уголовное дело. Передали постановление в акимат Октябрьского района. Сколько времени прошло, до сих пор нет никаких изменений. Я вообще не понимаю, почему дело, которое является незаконным, не решают. Как отмечает жертва этой истории, никаких сдвигов нет. Сотрудники полиции и КСК зимой 2002 года выгнали сына Маукитана Монгулхана, применяя силу, а затем поменяли дверь. Выгнали его по той причине, что у него была задолженность. Вот так он остался без квартиры и умер на улице. Насколько я знаю, в законе о миграции написано, что те уралманы, которые получили квартиры до 2007 года, являются собственниками. Жилье, выданное после 2007 года, принадлежит государству, но почему-то на этот закон никто не обращает внимания. Как говорится, Бог не в силе, а в правде. Пенсионер Мизан вот уже на протяжении 10 лет не может доказать свою правоту. Несмотря на то, что все документы, которые оформлены на имя сына, имеются у самого пенсионера, он продолжает бороться за свою квартиру. Я по поводу квартиры писал письмо и президенту, и главному прокурору города Астаны. Они обещали сделать проверку. Но отдел полиции Майкудукского района категорически отказывается возбуждать уголовное дело. Я прошу вас в этом посодействовать. Таким образом, пенсионер просил помощи почти у всех, но на заявление, которое он подавал, никто не реагировал. По словам дедушки, в 2004 году его соседу Уралману Рыскулову также выдали квартиру, но не прошло и года, как он оформил ее на свое имя и продал. Также в 2011 году по данному делу следователь Майкудукского отдела полиции возбуждать уголовное дело отказался. Однако прокуратура Октябрьского района все же пообещали пересмотреть дело. И вот что из этого вышло. В настоящее время данное постановление органу уголовного преследования до 22 июня текущего года прокуратурой района было отменено и направлено на дополнительную проверку в связи с тем, что в ходе доследственной проверки было установлено, что у родственника заявителя в вышеназванной квартире остались вещи, которые были уничтожены. По данному факту необходимо было сотрудникам полиции принять процессуальное решение, в связи с чем материал отказного производства направлен в Новомайкудукский отдел полиции. Мы будем следить за данной ситуацией и надеемся, что у этой истории будет счастливый конец. Мирамгуль Салкимбаева, Бауржан Алипов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. Полицейские разыскивают темиртауского школьника, сбежавшего из дома из-за того, что его направили в спецшколу в Южно-Казахстанской области, сообщает портал Биньюз со ссылкой на Департамент внутренних дел области. 10 июля в полицию Темиртау обратилась 28-летняя мать пропавшего без вести 12-летнего подростка. Женщина сообщила, что ее сын, который решением суда был определен в областную социальную школу-интернат для детей и подростков, нуждающихся в особых условиях воспитания, которая находится в поселке Кентау, Южно-Казахстанской области. На руках уже имелись билеты. Мальчик вместе с родителями выходил из дома, чтобы ехать на вокзал. Неожиданно подросток, не желавший ехать в интернат, убежал в неизвестном направлении, сообщили в полиции. Как проинформировали полицейские, в настоящее время на поиски без вести пропавшего подростка ориентирован личный состав УВД Карагандинской области. Проводятся мероприятия по установлению его местонахождения. Мы продолжаем наш выпуск. В Темиртау водитель Запорожца сбил ребенка на детской площадке. К счастью, ребенок отделался лишь незначительными травмами. И снова по халатности родителей пострадал ребенок. Несчастный случай произошел вчера около 7 вечера. 20-летний водитель Запорожца, работающий грузчиком на одной из фирм города, двигаясь задним ходом в направлении детской площадки во дворе дома по улице Чернышевского, совершил наезд на 10-летнего школьника, сообщают в пресс-службе ДВД Карагандинской области. 20-летний водитель автомашины ЗАЗ, двигаясь задним ходом в направлении детской площадки во дворе дома по улице Чернышевского, совершил наезд на 10-летнего школьника. На сегодняшний день проводится расследование по факту ДТП. В результате ребенок попал в больницу с сотрясением головного мозга и закрытым переломом наружной лодыжки слева. Полиция Карагандинской области призывает граждан быть бдительными и просит не оставлять малолетних детей без присмотра. Мирамгуль Салкимбаев, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.
Мы продолжаем наш выпуск. Полицейские Караганды объявили войну злостным нарушителям правил дорожного движения. Дорожная полиция проводит специальные рейды. Только за один день таких мероприятий на территории области выявлено и пресечено более 500 нарушений правил дорожного движения, сообщили нам в пресс-службе ДВД области. Документов нету. При проверке дорожными инспекторами у этого молодого человека, управляющего мотоциклом, при себе не было ни технического паспорта, ни водительского удостоверения, дающее право на управление этим видом транспорта. За данное нарушение в отношении мотоциклиста было составлено 3 административных протокола. Теперь ему предстоит оплатить штраф – около 50 тысяч тенге. Мотоцикл же поставлен на штрафстоянку. Дорожная полиция усилила надзор над дорожным движением. Большое внимание уделяется мотоциклистам. В последнее время участились жалобы от жителей города о том, что мотоциклисты осложняют ситуацию на дорогах и нарушают покой граждан в ночное время. К примеру, во время специализированного рейда сотрудниками дорожной полиции был задержан 26-летний парень, управлявший мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки у водителя мотоцикла при себе не имелось водительского удостоверения. Кроме того, он управлял транспортным средством без защитного шлема. Позже установлено, что парень водительского удостоверения вообще не получал. На водителя транспортного средства составлен протокол административных правонарушений и решением суда по статье 467 части 8 задержан на 10 суток и помещен в приемник-распределитель для административно арестованных. Нужно отметить, что с начала года из-за нарушений правил дорожного движения мотоциклистами в области произошло 5 аварий, в результате которых погибли 3 человека, еще 3 ранены. Чаще всего причинами аварий становится превышение скорости и выезд на полосу встречного движения. Только за первый день рейда подразделениями дорожной полиции выявлено и пресечено более 500 нарушений правил дорожного движения. Ирина Камышова, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним 420649. Также оставляйте свои комментарии и отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубон здар.